Отделение развития творчества «Жар-птица» насчитывает многолетнюю историю. Он назывался по-разному – Дом пионеров, Центр и, наконец, Отделение развития творчества для детей и взрослых «Жар-птица». Причем популярность этого образовательного учреждения все время существования оставалась высокой. Каждый год прием новых воспитанников в «Жар-птице» превращают в большой праздник, на котором побывали и мы. Показать большой концерт в городском доме культуры – это уже традиция для воспитанников отделения развития творчества «Жар-птица». В конце учебного года здесь они хвастаются своими достижениями, а в начале весело с песнями и танцами принимают новых кружковцев в свои ряды. В этот день в зале ГДК было многолюдно, и это неудивительно, ведь посмотреть на творчество своих детей хотели все родители. На сегодня в ОРТ «Жар-птица» занимается 1400 воспитанников, 400 из которых пришли в нынешнем учебном году. Многие родители из большого перечня учреждений дополнительного образования Славянского района выбирают именно «Жар-птицу». Здесь замечательные педагоги. Нам очень нравится наша вокальная студия. Замечательная наша Ирина Николаевна, которая так печется о наших детях. Замечательная атмосфера. «Жар-птица» предлагает ребятам найти себя в 24 различных видах творчества. От вокала и танцев до шитья и вязания. С недавнего времени здесь могут обучаться ремеслу не только дети, но и взрослые. Потому двери центра открыты до глубокого вечера. К нам с удовольствием ходят взрослые группы и учатся шить. Это становится ремеслом их на всю жизнь. Взрослые приходят, и мы их обучаем шить. Вот все, что мы сегодня видели на этом мероприятии, практически сшито, оформлено руками родителей, детей, ну и педагогов, естественно, под руководством педагогов. К слову сказать, задник, украшавший сцену на концерте, тоже выполнен руками взрослых воспитанников Центра творчества. На нем изображена жар-птица, символ учебного заведения, которая радушно приняла под свои крылья новых учащихся. Мария Климова, Георгий Калинин, программа «События».